Тверские школы готовятся распахнуть двери для своих учеников. После длительного перерыва, нескольких месяцев дистанционного обучения, а затем и каникул, школьники вновь вернутся за парты. В новом году учащиеся ждут обновленные по последнему слову техники и отремонтированные классы. В Твери перед Днем знаний комиссия проинспектировала городские школы, на ремонт которых в этом году было потрачено достаточно много средств. Вот комиссия инспектирует новый кабинет для начального звена в 15-й школе. Открытие этого класса – еще один шаг к переходу на обучение только в первую смену. Такой же современный кабинет откроется в школе номер 51. Кроме того, на нескольких объектах образования сейчас заканчиваются работы капитального характера. Практически все денежные средства, которые направлены были на проведение ремонтных работ, а среди них были масштабные, охватывающие более 10 миллионов рублей, такие как ремонт кровли в школах номер 49, 27, в ряде детских садов. Все эти работы проводятся строго по графику, в соответствии с контрактами, и пока не вызывают у нас нареканий. Мы держим на особом контроле такие объекты, считаем, что они в срок будут выполнены. В рамках подготовки к новому учебному году в школах и садах делали текущий ремонт, меняли оконные блоки, ремонтировали кабинеты, закупали новую мебель и оборудование. К 1 сентября в Твери готовы уже все 52 школы, 81 детский сад, 18 дошкольных отделений и дворец творчества детей и молодежи. Мы полны оптимизма, что начнется работа в обычном режиме. Естественно, при соблюдении всех норм, которые сегодня требуют от нас Роспотребнадзор. Если будут носиться коррективы, естественно, это будет все доведено своевременно до родителей, до педагогов, с тем, чтобы, с одной стороны, и противостоять такой угрозе, такой опасности, с другой стороны, сделать все-таки процесс обучения более комфортным, более традиционным, более знакомым. Дети соскучились по школе, они рвутся сейчас в школу, и наша задача – создать условия, все условия для того, чтобы дети не разочаровались в своих надеждах. Все мелкие недочеты и недоработки, отмеченные комиссией, будут устранены до начала учебного года.